На канале Дафакбума вышла новая серия Скибиди Тойлет. Как мы видим, тут у нас есть такой один из видов больших туалетов, а именно улучшенный скибидист пила. Как мы видим, у него много пил, камераменов и спикер колонок, даже бедный камерамен. Сначала серия начинается с того, что скибидисты начинают атаковать массово камераменов, от чего камераменам становится неловко, и они начинают отбиваться, что же и случается тут. Далее, после этих всего, прилетает спикермен Титан, мстит всем скибидистам. И тут мы можем заметить маленькие детали. Мы можем заметить тут маленькие детали. Сначала скибиди-паук какой-то, как пила, ранее показанный, пытался схватить опять за мозги спикермена Титана. Но спикермен Титан не дал этому и убил его. Далее прилетают скибиди-вертолеты, окружают его и массово кидают ракеты. Все думают, что он умер, однако он дает вертуху. Вертухой взрывает всех скибидистов. После этого он улетает, а потом приходит камерамен. И зачем он пришел? Камерамен пришел сюда, чтобы проконтролировать, не захватят ли скибидисты спикермена Титана. Но после этого он улетает, смотрит, что он всех перебил, и серия заканчивается. Что мы можем вынести из этой серии? Мы можем вынести, что тут появляются новые скибидисты. Тут у одного камеры нет. У одного башка огромная, которая тащит камерамена. А там валяется спикермен бедный. Далее можно увидеть бегающего камерамена, которого схватила скибиди-пила. Если посмотреть внимательно в один уголок, то можно заметить какого-то нового персонажа. А если приглядеться в этот уголок, то мы можем увидеть другого персонажа. Кто не заметил Дафакбума, он стоит вот здесь и светится зеленым, смотря на это все происходящее. Итак, что происходит? Спикермен после того, как мстит. Видно, что тут есть часы. Много чего. А после мы можем увидеть, как в этом уголке уже исчезает Дафакбум. Кстати, если приглядеться сюда, то мы можем увидеть что-то нечто непонятное. Возможно, это новая пасхалка. А точнее, он чуть-чуть похож на старую, как будто бы компьютера Мэн. Но это не точно. После этого все так и заканчивается. Сколько пасхалок, уже Дафакбум появляется на крыше. Если заметить, Дафакбум уже уходит. А все показывают класс. На этом серия уже заканчивается. Надеюсь, вам понравился разбор. Удачи! Пасхалка, о которой не было показано в видео, это надпись «London Mail». Значит, происходящее происходило в Лондоне, а именно «London Mail». Тут так и написано. Вторая последняя пасхалка, которая не была показана в видео, это «Ва-банк». Возможно, это отсылка на фильм «Происхождение 2013 года выхода». Пока.